На базе пожарно-спасательной части станицы Зеленчукская состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию обелиска пожарным и спасателям Карачаево-Черкесии. Особую символичность события приобретает в год празднования 30-летия МЧС и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Торжественное мероприятие открылось гимнов России Карачаева-Черкесии и выноса знамени главного управления. К собравшимся обратился председатель правительства. Памятный обелиск – это символ героизма и подвига спасателя и пожарного, уважение к этим великим профессиям. Сегодня в Карачаево-Черкесии для сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России созданы комфортные условия. Они обеспечены жильем, современной техникой и различной материальной базой. На территории республики сохраняется тенденция к снижению пожаров, тенденция к снижению гибели людей. Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень подготовки личного состава. Наши спасатели, прикрывающие курортные зоны, одни из самых сильных и подготовленных профессионалов. Об этом свидетельствуют многочисленные победы сначала на окружных и на всероссийских соревнованиях. Желаю всему вашему коллективу успехов на службе, здоровья, благополучия. Выступившие отметили, что нынешнее поколение сотрудников чрезвычайного ведомства на достойном уровне продолжают благородное дело по оказанию помощи людям, попавшим в беду, сохраняют и приумножают заложенные ветеранами традиции пожарно-спасательного дела. Открытие памятного обелиска имеет большое значение для пожарных и спасателей Карачаево-Черкесской республики. Это дань уважения, героизму, верности, присяге и самоотверженности ради жизни и благополучия человека и гражданина нашей республики. Символично, что открытие памятного обелиска происходит в 85-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся своей службой и будем верно служить нашему народу. Честь имею. Всех, кто сегодня служит благородному делу, поздравили ветераны пожарной охраны. Право открыть обелиска предоставили председателю правительства и начальнику МЧС республики. После торжественного открытия обелиска участники заложили памятную аллею. В этот день за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность медалью МЧС России за спасение погибающих на водах был награжден школьник Батыр Гаджаев, который в конце августа спас тонущего мальчика. Он плыл сзади меня и подскользнулся, его понесло к течению. Что ты дальше сделал? Я поплыл за ним и схватил за руку и поплыл к берегу. Сам испугался? Чуть-чуть. Да. Когда вырастешь, кем станешь? Полицейским. Затем прошла экскурсия по территории пожарно-спасательной части. Мурат Чанкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район.